Всем доброго времени суток, с вами Александр Кадрашов. Сегодня у нас смотровой будет игрушка под названием... А что это? Отдельно какой-то? Будет игрушка под названием Paranormal Records. Паранормальные видеозаписи. Ну или просто записи. Короче, в чем суть? Это какой-то инди-хоррор от отечественных разработчиков, которые вроде как про... Как где-то там уже пошутили неоднократно, что это типа симулятор Димы Масленникова, блядь. Короче, чувак ходит по каким-то мистическим заброшкам, снимает всякие эти ролики на камеру, причем он как бы... Видно, что чувак, насколько я понимаю, по игре русский, но при этом снимает на английском, со всяким жутким акцентом и постоянными русскими матюгами. И вообще все это вроде как стёб над подобными играми. То есть там говорят, что он довольно игра забавная и прочее. Вот, сейчас это в Стиме пока доступна только демка. Собственно, демку хочу и посмотреть, что он себе представит. Там настройки уже все сделал, потом поехали, новая игра. Там вначале какая-то сцена была, я промотал, но я отдельно потом запишу и в начало вставлю вот так. Бля, надо бы посмотреть, может там сюжет какой. Fuck me. This is just the absolute worst shithole you could find. Well, I could have found a worse one, but we'd have to go to your motherland for that. Right. Come on, Slava, it's just one night, and then we'll get renewed for another season. Or not. We're fucking better. Give it your all and don't fuck up this, okay? Yeah. I need you to emote hard and give me the juiciest shot you can find, you hear? The show is on the line. Yeah, I got it. Yeah, well, this time I have really outdone myself. I trust you have your stomach full. Screw you. Oh, and, just so you know, all the needles are authentic. They are not props. Fuck me. I'm getting infected here, aren't I? That would definitely boost our ratings. Dickhead. Dickhead. Hey, I'm not just any old dickhead. I'm your favorite dickhead. Alright, I really gotta go now. Hope you make it through the night and emerge with some mind-blowing footage. I'll try. We believe in you, Rachel and I. She's talking about you all the time, Slava. And it's nothing but praise. Rachel? All right, I'm out. I'm running away late. Have a good shoot. Bye. С каких это пор они с Рэйчел общаются? Пс, сука. Так, погоди. Очень громко. Прям очень. Голос на 60 сразу, потому что это пиздец какой-то очень громко. Так, и управление... Сейчас посмотрим, возможно, это была просто катсцена, поэтому, типа... Ну-ка. Ебать! Не-не-не, срочно включаем симулятор Куплинова. Чувствительность мыши... Вот прям вот, как минимум, вот так. Да, бля, кнопка Escape не работает, все мышкой надо. Ебать, теперь много. Управление. Оп, чувствительность. Хорошо, 2, давай сделаем 1.5, значит, тогда. Назад. Естественно, можно на мышке просто кнопку нажать. Это не так интересно. Во, вот что-то вроде как. Так. Да какого хера? Ты ж... Бля, игра, ты чё? Я ж переставлял. Присесть, С. Взаимодействие, Е. Фонарик F. Во. Ну, другое дело. Что там, бегать я не могу, походу, делать, да? А что там вот кнопка on? On. Микрофон. Что-то в последнее время стал периодически какие-то хотеть тоже эти индюшные хорроры. Там еще один будет. Сразу прям анонс. Сразу же будет еще один инди-хоррор. А, этого пока у меня нет. Так не... Фонарик тут такой себе, так что я думаю, можно... Ебать, текстурки ебутся. Окей. Прямо в какую-то заброшенную психушку. Ага, клавиши не меняются. Так, пора начинать. Ну, в смысле, отображение клавиш имеется. Кадры посочнее. Были бы они еще тут. Ладно, попробую начать у окна, а дальше посмотрим. Ну, сова.
А, то есть здесь получается, это светом вот так будет подсвечено. Типа вот здесь видите все темное такое, а вот окно подсвеченное. Типа с ним надо здесь что-то начать. Окей, давай. Hello again, товарищи. I'm Ivan Lightov, and today I'm in... Блять, как же ты заебало. Ладно, еще раз. Давай вот, вот сюда смотрим. Во. Hello again, товарищи. I am Ivan Lightov, and today we are visiting another wonderfully gloomy place in beautiful Oregon, the St. Thomas Asylum. These walls have witnessed unimaginable suffering, and there are still secrets to be discovered here. Tonight, I will stay here on my own, lock it up and alone. So how about it? Is everyone ready? Then it's lights off, fear on! Неплохо. Сейчас, на всякий случай, просто проверим. Да, все замечательно, запись идет. А, эскейп же здесь не работает. Все, поехали. Акцент, конечно, чувак, у тебя... Он даже не пробует произносить слова правильно, похуй. Вообще, видно, что это имя специально, потому что друг ты его по-английски прям охуенно говорит. Так, что у нас 37-я комната? Ну-ка. Это типа такой Outlast, только не Outlast. Паутинка, что там, трубу будем брать? Будем всех пиздить трубой? Ну, возьми трубу, тут дебил. Эй, возьми трубу. Не хочет, но... Так, ладно, если что, запомнили, вот здесь в начале лежит труба. Труба нам будет нужна. Может быть, а может и нет. Да ладно, ты что, ты не будешь даже читать дела всякие страшные? Смотри, это же психиатрическая заброшенная лечебница. Такие ужасы творятся. Опа. Слушай, а даже подсвечено, между прочим. Ну, если следовать той логике, которую я сам же себе и придумал. Ну и темень. Да я уже как бы. Подожди. Ага, стоять. А тут что? Подожди секундочку. Еще раз просто быстренько управление. Право-влево присесть. Да, присесть. Ctrl, да, присесть. Ctrl. Именно так. А он вообще не применяет, я смотрю, да? То есть... Здесь нет кнопки применить просто, если что. В общем, самое интересное, что кнопки-то работают. Ну, еще... На С, все как положено. F, фонарик. Но шифта, кстати, нету. Do you hear that, товарищи? Crickets. In November. I don't know if this is normal here, but back in the motherland... Что за... I guess I better keep away from that window. Fucking crickets. А что там? Что там было за окном? Я ничего, если там что-то было, я пропустил. Так, а мы можем войти в ту дверь, но раз уж мы тут стоим... Сука! О, здорово. That goddamn crow almost killed me. Damn. You son of a... Get out! Нахуй! Давай, что ты, вороны? Нихуя себе ты какая вообще ничего не боится. Смотри, опа. Я тебя сфотографировал, блядь. Будешь знать. Так. То есть здесь недавно был какой-то... А, че? Семь, смысл, смыл. Ну, слон. Не, вот так похоже на слово смыл. Но я, в принципе, подтверждаю, что если уж сделал какие-то дела, надо все-таки за собой смыть. Это правильно. А вот этот... был недавно какой-то фестиваль, насколько я понял, всяких игр отечественных. Отечественных, собственно, фестивалей. Там в том числе вот эту игру презентовали. Я что-то фоном тут себе на работе XBT включал. Далеко не все, я очень редко их смотрю. Это не серии, не так ужасность и так далее. Ну, блять. Ну ладно. Так, 35-я не хочет. А... Что это такое, какие-то артефакты? Ну-ка еще раз. А вот, просто что, ну, как-то не заходит. Уж как-то очень уж много поливания говном всего на свете. Да, это так. Вот. Но... And here we have... Nothing. На мой... Нихуя себе, какая текстура этих... Ебать, слушай. Циферблаты какие очень странные.
Да что ты всю камеру там теребишь свою? Ты можешь просто ее держать? Зачем ты постоянно делаешь вот эти вот шкребущие звуки? А, короче, но от них я узнал про этот, про то, что был такой фестиваль, и, собственно, эту игру они упоминали. Did you see that? Did you see? The door has opened all by itself. Let's investigate. Let's investigate. What the fuck, motherfucker? Сейчас, понятно. Nobody here. But we might find something that could lead us to the ghosts in here. Вау, ого. Вот за... Товарищи, do you see this too? Блядь, is this a warning? It looks like a warning to me. I hope it's not a warning for me, though. Бля, звучка прикольная, мне звучит. Халтура, Джон. Превзошел сам себя. Ага. А, ну... Я понял еще в каком смысле. Это симулятор масленников, что, короче, там приезжают заранее свои чуваки, подготавливаются ему здесь, да? Короче, если что, был такой фильм, назывался «Искатели могил». А, вот. Со своими этими, с очень плохой, намеренно даже такой, такой дешевой, трэшовой графикой. Я его не так давно смотрел. Но, в принципе, ничего так. Со своими интересными сюжетными ходами. И вторая часть. Потому что я их две посмотрел. Я уже не, четко там ничего не помню, но сюжет там был похожий. Тоже чуваки приехали, всякое снимать, а там был какой-то по-настоящему пиздец. Do you think this could be one of those hospitals? The ones that, you know, abuse their patients. Блядь. I read about this one guy in Arizona. He was a nurse and a rapist. That was just... пиздец. Да. Those poor, unfortunate souls. There is poor, unfortunate souls. Let it be. Make your choice. Извините. Но, блядь, когда ты слышишь словосочетание poor, unfortunate souls, ну это невозможно не, просто не вспомнить эту песню. It won't budge. Не шевелись. I sure could use a good Soviet primer right now. Place your bets now, товарищи. Will I find one here or not? Ну иди давай. А, нет, его ты не найдешь, но я находил этот... Ну, если, конечно, очередная дверь какая-нибудь сама не откроется. Я специально буду оставлять открытыми двери, чтобы знать, куда я уже ходил. Я находил трубу. Подожди, а трубу я... О! Я же говорю, подсвечено не просто так. Ну, подожди-ка, если здесь вот сделать. Понимаешь, если привезде. Наверное, надо с ним ходить чисто, чтобы если мало ли что. Это ворона там сосед... А, вот ты, мудила гороховый, блядь, вот ты где. You here too? Блядь. Fuck off. Нахуй. You winged rat. Well, this is no Soviet primer, but it will do. As you might have noticed, товарищи, the St. Thomas Asylum is in a somewhat sorry state. It was shut down in 1988 in the wake of a corruption scandal. Chief medical officer Isaac Goldman and his underlings were fencing drugs and pharmaceuticals, stuffing their pockets with ill-gotten dollars. Eventually, the entire St. Thomas staff was under investigation. So the patients were transferred to other facilities. St. Thomas was temporarily shuttered, but, as they say back in the motherland, нет ничего более постоянного, чем временное. Да. А, то есть можно оставить только вот этот фонарик, но тогда будет... А, это так. А, поскольку у нас, ну, вроде какая-то батарейка вон нарисована, так понятно, это батарейка камеры. Я просто думал, мало ли, может, эту дверь тоже можно ломиком... Ну, не ломиком, трубой. Ну, давай. Здесь, честно говоря, не очень удачное, на мой взгляд, решение. Я понимаю, для чего оно, скорее всего, но... Он, типа, когда начинает что-то рассказывать, он вообще до черепашьего шага сбрасывается, еле идет. Это, видимо, сделано для того, чтобы случайно не зашел на какой-нибудь скрипт, и все не поломалось, но, блядь, как-то...
У-ху. А, ну и, конечно, что ты ее выкинул, действительно. Нахуй она нам нужна? Эх, спаси, ничего тебя дурака, дураков вас жизнь не учит. Да я включил уже. Птичка. Ну, по графике такая симпатичненькая индюшка. По-моему, на Unreal, в начале Unreal Engine, по-моему, был нарисован. О, this appears to be the launch zone. But I think I'll pass. Блять, как бы реально не подцепить чего. Хотел же берца надеть. А ты в чем блять, у тебя ног нет, чувак, прикинь. А ты в чем в шлепку, что ли, сюда приехал, блять? Берца надеть. Хоть за брошку лезешь, и ты оделся в какую-то хуйню, которую шприц проткнуть может. Реально чуть заболел. Сука! У тебя на бушку что-то упало, что это за звук? А просто к чему? Кстати, вот эта сука вскрик, они, по-моему, один записали, он постоянно повторяется, когда что-то. Вот это упало, что? Что было-то? Я звук услышал. А, ты пизданулся. Бля, ну извини, пожалуйста. Я не заметил. Может, на монтаже потом завижу. Возьми трубку. Hi. Hello. Just checking up on you. I'm just getting started, and I already wish I brought a hazmat suit. I'm serious. This place looks like you can get hepatitis if you just stare at the walls long enough. It can't be that bad. That's what I was telling myself 2 hours ago. Are you sure you can make it through the night? John made sure that I will stay here all night. He locked me in. So yeah, that's how that is. Oh, how thoughtful of him. Sure is. Hey, are you home tonight? No. I'm actually going out with Megan. Megan? Oh, I thought you don't talk to her anymore. So did I, but here I am. Look, I really gotta go now. Got it. Have fun. We will. See you, Eric. Love you. Да мы что, в стекле отражаемся? Серьезно? Охуеть, хоть как-то мы отражаемся. Ты назад включи ты это, пожалуйста. Просто это. It's so gloomy in here. Gloomy. Well, товарищи, now is the time to tell you why I came to this asylum of all places. You see, over the last 30 years, people have been disappearing in this hospital. Dozens of them, maybe even hundreds. Official reports will not tell you anything about that, because most of those people were hobos and junkies. But locals say that St. Thomas Hospital has consumed them. Tonight, I will tell you 3 stories that are unlike many others, independently verified and made a lot of noise in Oregon back in the day. There are 3 places in this asylum that play a major role in those stories, and I will visit them all. I will try to contact the spirits of the missing people in those locations. I don't know if I can do it, товарищи. You can do it. You easily can do it. I have a good feeling about this. You can do it. You easily can do it. Many people all the world. Ебать, как ты ее закрыл. Но, а, нет, нормально закрыл. Просто думаю, давайте мы вот, наверное, вот как раз. Ну, да. Вот эти как раз закрою. Чтобы. Вот здесь, наоборот, где они открыты, я буду закрывать. Короче, что я хотел сказать-то. Что как-то подозрительно она там с какой-то с подружкой она внезапно пошла. Бля, что с анимацией. Ну ладно, это демка. Я не знаю, сколько людей ее делает, чё как. О, помогите. What the? Whoa, that was пиздец. That what it was, товарищи. Do you think someone lived here? Phew. How long do you think this guy stayed here? 1, 2. Ah, screw it. I'll count it. I get to editing. Я вот это сначала не заметил все. Я только надпись увидел. Потом полосок целая куча. А можешь как-нибудь тебя зафоткать, так что. Даже не знаю. Я не знаю, что здесь на превьюшке будет.
А, блядь, я же ее сам закрыл. Бля, вот это, конечно, может быть зря. Блядь, такой мерзкий звук этот скрипящий, который ты можешь просто... Чё там, keep out? О, this word is special. Do not worry, товарищи. We will take a closer look at it. But not right now. Мне еще нравится, знаете что, то есть он знает, что это больница какая-то заброшенная, да, психиатрическая, ну там психиатрическая, их ухти, просто заброшенное здание где-то в ебенях, да, и здесь на протяжении последних там с каких-то лет, 30, он, по-моему, сказал, да, пропадают люди, вот, они типа там не особо распространяются, потому что бомжи кому не нужны, типа того, но какая хуй разница, ты знаешь, что здесь пропадают люди бесследно. Я не говорю, что там, если предположить, что это призраки какие-нибудь или что-то еще, но тебе может предположить, что какой-то, не знаю, маньяк здесь живет, или просто какие-нибудь поехавшие психи, еще что-нибудь. И ты на всю ночь один, ни оружия, нихуя с собой. Ну, действительно, зачем? It happened in the summer of 96, in a small town not far from here, called Greywood. Two twins, Stan and Max. Went out for a walk one Sunday morning. Perfectly normal for 2 10-year-old boys. But they never came back. The whole town went out to look for them. Mm-hmm. They were looking for weeks, combing the area inch by inch. But they never found anything. Until one day, a girl came to the mother of two missing boys. Girl's name was Lisa. She was their neighbor. In tears, the girl told the mother that the boys haunt her dreams every night. She said that the boys are scared and they want to go home, but they can't find their way out of the abandoned St. Thomas Asylum. The townsfolk came to this cursed place. And in this very spot they found a cap that belonged to one of the missing boys. Today I will look for clues that could help me uncover the mystery of twins' disappearance. Тепловизор? В смысле? Какая-то русская, что ли? Чего? Ну, я не переставлял. Тепловизор Т. Налобный УФ тепловизор. Ну, что не так? Т. Ты. А. Ну, я же сказал. И, бля, это какой-то был инди-хоррор тоже вот такой вот с этой вот херней. Look, товарищи, look. This teddy bear is warm. Teddy bear. And just so very clear. It is currently the 10th of November. Could this be a spirit? It might be. I don't know for sure, but let's try talking to it anyway. Ты долбоёб? Нет, ты дебил. Ну ты дурачок, понятно. Stan! Max! Hello to you both! My name is Ivan. I came to talk to you. If you hear me, say something back. Fuck you, asshole. Stan and Max! Что за хуйня? Бля, ну звук-то, ну зачем? Ну вот такого логотипа, кстати, нет нигде. И что, все, что ли, вы хотите сказать? Просто она начиналась так, игра. All names, character and events, fictions. Все, это вся демка, серьезно? Бля, я честно говоря, только-только чуть-чуть там беги написано. Я только-только немножечко настроился, типа, начать играть. 20 минут прошло. Ну, 25, ладно, это там чуть-чуть начали, я там вырежу, потому что я там. Не, ну конечно, это прикольно, да, но типа, вы же не показали, вот, ну вообще нихуя. Ну ладно. В общем, вот такая вот игра. Ладно, посмотрим, когда целиком выйдет, что про нее будут писать. Потому что что-то как-то прям вообще просто
пук с Ренькой, она кончилась. Либо она еще просто очень далека от финала разработки, и больше показывать просто нечего, просто как-то, ну, бля, ну, камон. Ну, она дает общее представление, да, но как-то, ну, хоть до какой-то, ну, хоть до какого-нибудь такого прям реально скримика, чего-нибудь прям реально жуткого-то довели бы. Ну, ладно, в общем, ссылка, значит, получается на плейлист с остальными выпусками смотровой в описании. Везде проходите, подписывайтесь, жмякайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления. Сейчас там попугаться-то нечего было. Я вообще настраивал, что, может, сейчас вот чуть-чуть поднагнетает, а мы что-то напугаемся. Может, хоть чуть-чуть. Но нет. Ну, ладно. В общем, все ссылки в описании, везде проходите, подписывайтесь, жмякайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления обо всех роликах, и на Телеграм тоже подпишитесь, и все, вот так. Можете там, не знаю, в ВКонтакте к ним вот подписаться, на Ютубе у них подписаться, вот так вот. Все, всем всего доброго, играть хорошо, игры, всем пока! Thank you.